Ну что, не терапевт. Давай на руках его разберем. Только ты прям с пояснениями, что в этот момент делать, что в этот момент? Ну, это для меня что-то. Ну, вот, встань, бери, крути. Давай. Thank you.
Вот начинаешь первый вариант. То есть, я тогда стою, то есть мы это уже сидели, я стою. Я пошел вариант. Вот у меня есть это движение, правильно? Поворот есть, есть, встречный есть. Грубо говоря, на эту же руку у меня есть движение, правильно? Накрытие есть, собственно говоря. Вход его есть сюда, ну вот я то, что делаю. Второе пошло, у меня есть этот вариант. Раскрытие его есть, собственно говоря. И что-то туда тоже есть, правильно? То есть это на самом деле база. Вот эту базу у меня есть, это вращение.
Я его вот откручиваю. Под эту базу, когда я беру, у меня есть это вращение сюда, или, грубо говоря, или есть это вращение сюда. Правильно? Это база. Мы делаем, в которой все может быть. Может быть вот это. То есть, может быть, извините, это. Может поворот быть вот, видишь? А может быть, я пошел глядь вот так вот. А там будут зацепился случайно где-то. А может быть, я сделал, извините, шаг. Пошел второй сюда. Понимаешь? То есть это все база. А может я сделал это, а сделал второе движение вот. Понимаешь, сделал третий закрутил сюда, а пятый сюда. Это вот начальная база. Поэтому мы отрабатываем в тех же самых вот. В этих движениях, в этих, соответственно, вот в этих, видишь, вот она идет. Ветка. То есть вот ты можешь крутить ее. Она есть, имеет право существовать. Это есть, есть. Вот мы поворачиваемся с ней в этой точке. Видишь, это вращается. Мы вращаемся так вот, видишь, теперь мы начинаем вращаться альтернативно, видишь? Вот. У тебя есть этот же вариант движения? Да. Ходишь. Есть это? Да. Гол встретил. Да. Ты туда толкал, да. Заезжал, да? А отсюда было сопротивление, ты это раз уже принял, да? У тебя есть это? Да. Поэтому ты же здесь еще какая. Поворот же вроде бы бок на самом деле идет. Правильно? Вот одна поворачивает сюда, вторая работает туда. Ты доработаешь сюда, у тебя есть этот, который мы рассматривали, вариант, как этот, туда. Да? Да. Как? Опа, встретился, туда идет, а это пошел, нет, туда давай, пошел. Правильно? Вот она есть у тебя, эта штуковина, значит, мы ее окручиваем здесь, чтобы она была понятна. Мы ее можем крутить вот она, видишь, чтобы это самое, ну, я, можем подключать вторую руку, видишь, мы прокручиваемся сюда, вот она. Потом есть такой момент, я сюда прокручиваю, ты пошел здесь, это самое, я могу возвращаться назад, видишь, вот. Можно двигаться сюда, вот она, это... Вся та же самая отработка, просто мы наскресно отрабатываем базу. Так можем отрабатывать. Развернулись, так мы отрабатываем. Потому что это, грубо говоря, я атакую, ты блокируешь. Допустим, здесь идет, я атакую, ты это, блокируешь. И это перешло в другой круг. А так вот блокируешь, правильно? Что? Я иду атака, ты вот ее поставил. Грубо говоря, здесь. Принял, поднял и дал туда. Зарядил, дал туда. Например, здесь ее снял на этом и дал туда. Вот твой блок. А в итоге просто очень легко вот это сделал, а это дал кисти в то, что нужно. Этим ударил, а этим подработал. Также здесь, когда мы начинаем уже вот эти все отрабатывать уже, знаешь, легкие такие, а мы все, это же вот. Оп. Вот, наверное, вся эта. Ты ее, видишь, принимаешь уже. Ты сюда находился, здесь вот начинаешь вот так вот. На этих. Здесь вышли, что у нас позволяет? Мы взяли, перешли на локтевальнейший, как работать. Ой, пошли вниз, раскрыли, вышли на плечи. Вот мы друг с другом прошли дальше, на плечах начинаем работать. Вот у нас там база, все остальное. Ну, мы начинаем ходить. Контакт нет, далекий контакт, да, типа. То есть идет твоя атака, я отошел, видишь? То есть я блокировал, отошел. Я тебя атакую, ты отошел. Правильно? Раз, я тебе что? Ты сюда. Я оп, ты сюда я. Оп, да? Оп, три, сюда. Оп, видишь? Оп, мы начинаем. Входим. Или наоборот, раз, глядя сюда, тебя толкнули даже. Вот мы такие перешагивания начинаем ходить в этом деле. Легко, без всяких. Я тебе, ко мне, тебе, ко мне, да? Тебе, твоя атака такая. Оп, ты меня сдвигаешь сюда. Раз, сюда. Оп, принял. Раз, сюда. Я тебе закрывал, ты заблокировал, пошел следующий, а я сделал, что вот теперь, видишь? То есть то же самое, мы у них пока что проворачиваемся. Я этот пошел, или решил через нее, или, видишь, здесь-то ты дернулся, я тебе мог, видишь, поменять, ты взял, или пошел, ты взял на этот. Или тебе было неудобно, я пошел, ты туда же завернул в ту же сторону, шаг, видишь? С
работу. А с ним, если берешь этот, я его. То есть мы работаем со мной. Скажем так. Ну, допустим, условно говоря, начали. Мы все время, видишь, на ногах держим дистанцию, уходим. Ты подошел, вот. Третье что? Мы начинаем это продолжать, куда оно идет. Видишь, я даже с этим не борюсь. Я просто отхожу на контакт. Даже условно ты выставил вот там, да? Видишь, я тебе выставляю, ты снова атакуешь меня, пошел. Нет, ты сбрасываешь, ты контроль. А это атакуешь, правильно? Видишь? Я ее что, ставлю? Но, в принципе, с тобой не борюсь, не убираю ни направления, ни этого самого. Знаешь, что я с лишним? 45. Неудобно? Я ушел 45. Хотя она осталась на том же уровне. Правильно? Я тебя атакую, что ты делаешь? Ты ушел, ты пошел, я тоже. 45. Правильно? Ну, 90, видишь, уже. Правильно? Знаешь, можно. Мы на ней начинаем уже работать. Вроде там что-то двигалось. Тебя здесь пошла, она решила перекрыть. Этот или это же работаешь. Я ее бум там тебе помню. Дальше хорошо. Или ты как бы поддал, бум-бум-бум, туда еще. Бум-бум-бум, туда еще. Вот. Следующий этап. Что у нас идет? У нас 90 есть, да? Вот уже так же идет. 90 у нас есть? Вот, правильно? Да, есть 45, не учимся. Ходить. Да? Вот как раз ключевое самое. Атака твоя, цель у меня там, я пошел туда, ты идешь туда. Потом я уже что? Твоя атака, я, а ты туда. Опять твоя атака, я вот туда, видишь? То есть, ну, начинаешь снимать вот этот момент как раз, то, что, о, видишь? И вот ты реально, ты сможешь, куда она идет так, правильно? Если она идет так, ты говоришь, а давай-ка я ее долбану, ну, зачем, потому что там где-то зацепил за рейки. Или нет, ну, пошел гулять. То есть вот это начинается как раз эта часть здесь тренировка на этом деле, когда ты что, куда-то, а этот сюда. То есть почему? Потому что у нас будет обратимый момент, да, там у нас оп, а этот ты да, вот этот сюда. Или там ты оп, а бамбук тогда резанул. То есть ты так вроде бы, а этот да вот так вот. То есть ты начинаешь вот эту работу. Поэтому. Мы теперь на простом варианте, вот то, что мы здесь это как-то, мы это дело отработали. Мы с этой историей отработали все. Теперь мы берем конкретику. Мы поставили эту штуковину. Значит, что у нас есть удар меня, правильно? Я его принял. Я могу его провалить. Видишь? То есть я его принял так. Я тебе бунт его тоже принял. Вот он меняю его. Раз, видишь, то есть мы понимаем, что можно его. Принять, собственно говоря. А если я принимаю сюда, что мне нужно, я его оп, повернул, да? Поворот пространства начинаем делать. Просто поворот пространства. Видишь? И мне плевать, ты меня убил, я просто держу твою зарядку вот эту, чтобы если вдруг ты это решился меня атаковать, видишь, я тебе хоп, чтобы она туда. Я ее просто контролирую. Мне не нужно на самом деле. Ты меня убил, ну и хрен с ним, видишь, я ее контролирую, чтобы снять или снова это сработать. Если ее. Будешь таким образом держать. Поэтому есть. Тебя меня пошло, я решил. Здесь заряжаю, я могу разрядить как туда, видишь? Тут же, в этот же момент, в принципе, я могу, вот то, что ты говоришь, зарядить уже, когда она пошла сюда, боковую начинать заряжать. Да. Видишь? Почему? Потому что она туда высвободилась, высвободилась, я могу начать боковую. Да, да, да. Вот это на самом деле есть то, что вот когда этот. А им вот этот выпуск, вот этот выброс, вот ты работаешь, вот это выпускание, вот рук. Вот ты выпустил. Поэтому, когда мы здесь работаем, вот этот, а, видишь, я выпустил руку, для чего ее, в принципе. Если даже на нее будет вариант, да, я могу это, ее зарядку сделать. Я ее выпустил. Другое дело, что движение, которое начинается назад, я могу заряжать туда же, а потом его выпустить. Ну, опять же, еще, смотри, раз, зарядить, еще выпустить, раз. И еще зарядить, и выпустить назад. Или в время уже варианте, когда ты пробил туда, когда начинает заряжаться, и ты ее выпускаешь. То есть вот этот, а выпуск практически связан, почему я тогда мне задал вопрос, с трубой. То есть когда происходит выпуск, ты выпускаешь вот эту, у тебя остается труба вот эта. То есть когда нету, ты оп, и вдруг она пропала, рука, резко.
Да, вот это самое главное, это вот этот выпуск. И мы вот оттренируем то же самое. Тебя выбрасывают, ты в меня, видишь? Потом что, мы тренируем прилет, вот это, да? А в данный момент ты, оп, чтобы в тебя не приходило, ты тренируешь этот. Видишь, оп, оп, куда? Оп, куда? Значит, на руке будет. Поэтому ты заряжаешь руку для того, чтобы рука пошла уже к ней же. Значит, сюда пришел, я только собираюсь. Ты зарядись сначала, а потом сбрасывай туда. Поэтому здесь и получается, когда мы начинаем работать, ты говоришь, грудь как бы бить. На самом деле ты зарядил, нет, я ее себя же сам сбрасываю. Не ты меня, а я. Да, я понял. В себя. Ты бум, па, пофиг, па. Я уже этот вариант, ну что, вот оно. Видишь, то есть меч, потому что приводишь на руку, бьешь плечом. Опять здесь привел сюда, удар плечом. Вот смотри, после я показываю, что привел, вот она здесь, ап, зарядил. Она в нее же плечом пробил. Мы потом тренируем, где вот здесь, хоп, приход на это, ап, что с плечом. Да и есть что-то. Раз, плечом туда ударил. Руку привел, здесь оп, зарядил. Как только зарядил, сброс, привел плечом, да. Тогда здесь все тоже. Но опять же, мы понимаем, что не плечом, а тем, чем мы тренировали изначально. Что мы этим-то бьем. Этим и тем, что зарядим. Плечо это только... Вот мы эту часть прорабатываем. Соответственно, мы ее помним, что если мы знаем, что зарядка, отсюда ты меня вошел, мне надо куда-то зарядить. Да. Зарядить, тогда можно принимать туда. Зарядить, тогда можно наворачивать. Зарядить, тогда можно что-то работать. Или наоборот, расслабил и зарядить, куда-то там еще заряжать. То есть куда-то собираемся, значит отсюда нам нужно заряжать все равно туда. А? Тогда можно это повернулось. Я пошел, ты куда зарядил? Меня, потом заблокировал. Вот мы это самое. Соответственно, можем понять, что если мы это перевернем здесь, она также дальше будет работать. Вот. Так у нас для этого есть пока кистевой накрыв. Вот мы начинаем на нем. Значит, мы накрыли сюда, правильно? А как мы говорим, что мы можем? Первый раз, видишь, с этого вышли, накрыли. Потом раз, а как накрыли сюда, видишь? То есть вроде бы пошла атака, открываем сюда, а ведем на это. То есть мы допускаем вот этот круг. Видишь? То есть на самом деле мы держим в накрытой части. Вот. Следующее состояние накрытия. Вот ты шел, зарядил, а потом сделал накрытие. Вот сделал накрытие. И смотришь об этом накрытии, а где прям удобно будет, когда в тот момент наступит, когда нужно делать этот прыг. А ты придавливаешь? А? Животом придавливаешь. Ну вот это самое, ты сможешь. А когда надо сделать этот конкретный? А то ты делаешь еще раз, потом о, потом еще и вот этот. Вот. А это и есть, вот то, что мы сегодня доделали. Накрытие, видишь, позволяет сюда, накрытие позволяет сюда, накрытие позволяет куда угодно, и это самое, что вот вообще сказал, что вот это тоже считается накрытие, что оно вот, видишь, просто мы вот это, которое делали в самом начале, надо понять, что это ты тоже, что-то накрывал сюда, что-то накрывал сюда, что-то накрывал сюда. Что-то накрывал сюда, значит, соответственно, вот это тоже накрытие. Видишь? Мы в прошлый раз его упустили, когда мы сейчас работали, вот это, видишь, идет, хоп, накрыл, я пошел в себя, ты хоп, накрыл, я пошел, хоп, накрыл, понял, раз, раз. На самом деле, я начинаю накрывать, видишь, она продолжает меня атаковать, а я что делаю, видишь, я начинаю туда. Да, да. А то можно и это. Я ее уже накрыл, а начинаю вот, вот это делать. Когда вот это накрытие, оно понятно, что когда здесь идет вот этот вариант, да, а вот этот. Ну, вот этот идет, когда вариант, видишь, вот этот, хоп,
Мы что здесь его меняем, добавляем вот этот, перед вторым вот этим. То есть накрытие, раскрытие пошло. То есть здесь накрытие, видишь, вот это все накрытие. А что оно дальше? Оно дает раскрытие. То есть фактически получается, что если в аналогичной форме шемина, то вот он берет, видишь, вот это накрытие, а вот сюда пошло вот это раскрытие. То есть ты как накрыл, дальше пошло раскрытие. Только раскрытие выпускается уже в этот. Ну, на каждой части можно заряжать. Что на этой, что на этой, что-то взял этот, тоже создал этот же момент, вышел на этом, накрыл и опять прогнал это раскрытие. Что-то вышел вот и сюда создал его, а потом обратный. То есть как ты его направляешь? Туда, вот эта часть начинает ее вся нарывать. Вся она это относится к накрытию. Второй момент, то, что мы поддали, зарядили, это мы разгрыли. Поэтому она есть в форме, что ты ее когда видишь, ап, и выводишь. Поэтому если ты бы здесь оп и поднял, все. Вот это все равно, что бум и поднял. Принял, допустим, на три фазы можем. На этом накрыл, поднял. Принял, накрыл, поднял. Принял, накрыл, поднял. Выпустил. Четыре фазы. Я выпустил, слил, опять дал. Забрал, пошел работать. Так, мы, значит, с раскрытием тогда. Вот видишь, у нас раскрытие, что нестыковка была на это дело. Что? Значит, пошел твой удар, да? Видишь, что делать? Я как только принял, я заформировал и заряжаю вот этот. Дальше я или туда работаю, то есть вот эту зарядку сделаю, либо я чуть-чуть ее отвел, но не дальше плеча. Либо если отвожу, я составляю вот этот, видишь, вот вариант, но делаю вот на это то, что мы, видишь, работаем. Теперь что я? Я пошел в тебя. Ты, как ни странно, тебе нужно сделать все то же самое, если аналогично. Или перейти, как говорится, в тот блок, который ты до этого отрабатывал, ну, вот чистые, самые первоначальные. Да, или накрытие. Или же. Или же нейтральный, или же нейтральный. Ну, условно говоря, допустим, ты выработал этот вариант, да, я пошел, ты его вот, видишь, вот он, оп, что я делаю? И опять нейтральность. И снова это начинаю тебе этот. То есть возврат в нейтральность. Смотри, вот я его выполняю. Я говорю, я видишь, что сделал? Все, я его выполнил. Я поставил вот этот. Да? Дальше что? Я с него, когда это самое, я пошел бить.